Юлия Меньшова обладает талантами в разных сферах и прекрасно проявляет себя как телеведущая, декоратор и дизайнер. Также в свободное время она создает необычные вещицы своими руками. К оформлению своей квартиры она подошла со всей ответственностью и вдумчивостью. В результате получился очень стильный и функциональный интерьер, в котором хочется рассматривать каждую деталь. Гостиная – это комната, в которой телеведущая проводит больше всего времени. Именно здесь она снимает видео для своего аккаунта в Инстаграме или отдыхает после работы. Продумывая интерьер, она сразу понимала, что хочет создать необычное место. Был выбран сложный цвет стен, который в зависимости от угла освещения становится то зеленым, то синим. Интерьер дополняет роскошная люстра и буфет с необычными ящиками. Весь дизайн Юлия продумала сама. В блоге она делилась этапами этого процесса и спрашивала мнение своих подписчиков. Из гостиной можно попасть в небольшую лаунж-зону, полностью заставленную растениями в горшках. Это одна из самых красивых комнат в доме, ее хочется рассматривать до бесконечности. Получив первые большие гонорары от рекламы и работы на телевидении, Юлия Меньшова приобрела четырехкомнатную квартиру в Москве. Юлия творческий человек, ей нравится не только вести программы на телевидении, но и создавать красивые вещи своими руками, а также продумывать дизайны помещения. Именно поэтому свою квартиру она оформляла без помощи специалистов. Что касается ее кухни в квартире, одна из ярких деталей – это необычный кухонный шкаф в виде телефонной будки. Юлия предпочитает систему открытого хранения, поэтому не стала прятать посуду за дверцами. Порядок удается поддерживать благодаря наработанной годами системе организации хранения продуктов, а также посуды и предметов для приготовления еды. Для отделки стены был выбран простой кирпич, как и в лаунж-зоне. На кухне Юлия поставила много растений в горшках, они добавляют уют и придают любому помещению особую эстетику. Данный элемент является частью стиля – лофт, который особенно сильно нравится Юле за счет простоты и лаконичности. Между кухней и лаунж-зоной расположена небольшая гостиная. Для стен телеведущая выбрала красивый зеленый цвет оттенка фисташка. В комнате также есть рабочий стол и роскошный ковер. Рядом с гостиной расположена рабочая зона, в которой Юлия и другие домочадцы могут посидеть за компьютером, поработать над каким-либо проектом или просто подумать о чем-то важном.